Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Google Pixel 6 Pro сделать сброс сетевых настроек. Для начала переходим в настройки, затем в раздел «Система», «Сброс настроек» и выбираем опцию «Сбросить настройки Wi-Fi, мобильного интернета и Bluetooth». Затем нажимаем «Сбросить настройки» и «Да». И после этого еще раз «Сбросить настройки». Произошел сбой. Давайте попробуем еще раз. Я думаю, все настройки так уже сбросились. Давайте для уверенности. И после этого все настройки будут сброшены. Такие вот дела. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.